она привыкла жить одна и мир ни с кем свой не делила. Она решала все сама, ей это придавало силы. Шагала смело по делам, и утром рано, выпив кофе, она решала все сама, сильнее становясь в итоге. И с миром в целом совладав, и вечером, придя с работы, она решала все сама, вертясь по жизни до субботы. И люди верили в нее и говорили: будь сильнее, ты молодец, бери свое, будь краше, лучше и смелее. И не хотелось им понять, что в суете людского мира ее ведь нужно лишь обнять, чтобы на все хватило силы. Появится однажды тот, кто заберет ее с собою от всех. Ее он заберет и назовет своей судьбою. Рука в руке, и вот итог. Ей быть не нужно больше сильной, ведь рядом есть плечо того, кого зовет своим мужчиной.